Я представляю вам игру Hello Ne... Нет. И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и я вам сегодня представляю игру Hello Neighbor Alpha 3. И это наша вторая часть нашего прохождения этой игры. Опять же, ночь, и ее никак нельзя исправить. Так, ладно, дверь у меня закрыты. Так, давайте думать, как проходить данную карту вообще. Так, коробки мне пока что не нужны, ничего мне не нужно, кроме бинокля, который я потерял в прошлой части. Ладно, побежали. Так, надеюсь, нас сосед не запалит. В общем, как-то надо пробраться на второй этаж и пройти через эту штуку. Так, наш сосед спит пока что, и он, наверное, нас не запалит, пока мы ходим здесь. Так, здесь должен быть лифт, но он... А, я понял. Я понял, кажется, ребят, я кажется, понял, что надо сделать, чтобы попасть в этот лифт. Идем, идем со мной, так. Блин, я запалился, наверное, нет. Смотрите, вот так. Закрываем дверь, чтобы наш сосед не сидел там. Так, пока что он спит. Идем сюда. Вообще должен приехать лифт, но его нет. Вот он. Здесь должен быть лифт. Ой-ой-ой. Ладно. Так. Окно. Как-то сделано. Я не знаю, как пройти это. Я не знаю, как пройти сюда. Ну, сюда мне нужно пройти, я не могу пройти. Как он пошел туда, эй? Соседушка? Ты не можешь пройти туда, эй, чел. Опа, свет, свет он выключил, смотрите. Он сам не может зайти в ту дверь, потому что там ключ. И это говорит о том, что у нас сосед... в общем, нашего соседа нет ключа. И это уже что-то, ну, интересное, мне кажется, то, что сосед не может открывать двери с ключом. Да. Ключ в яблоке. Вот у меня уже сколько видео назад. Вот я узнал то, что ключ в яблоке, а яблоко у меня дома. Еще яблоко есть в спальне соседа, но я пока что туда не решаюсь идти, потому что нет. Точнее, нет, я решаюсь. Вот здесь есть у нас... так вот. Яблоко, яблоко и фонарик. Да, вот он. Фонарик, то есть можно найти три яблока в игре, кто еще не знает. Посмотреть, походить, тут что-то поделать. То есть я не знаю, как здесь пройти дальше. Здесь второй ботинок можно найти. Я не знаю, от кого. Так. Наш сосед опять нас запалил, он стоит теперь там. Значит, смотрите, сделана программа так, то что наш сосед постоянно там. Ну, я не знаю, как это пройти, если честно. Сколько я пытался эту игру пройти, я ни разу не мог пройти до этого яблока. Потому что яблоко вообще на стене. Стену надо как-то открыть. Стену, я не знаю, как открыть. Давайте посмотрим. Например, вот два яблока давайте выкину, ладно? Они мне пока что не нужны. Блин, если я случайно их выкину, ладно. Мне кажется, ими можно будет кидаться, но я не знаю, вряд ли, наверное, так. О, можно его вот так. Ладно. Это пока что мне не нужно. Хотя ладно, давайте возьмем это все. Так, ладно. Например, смотрите, мы бежим. Вот тут есть генератор такой. Или что? Я обесточил его дом. То есть вот, можем увидеть генератор нашего соседа. Мы можем как включать, так и выключать ему свет. И он нас, конечно же, запалит. Конечно, здесь это говорит. Да, догнал. В общем, это говорит о том, что мы можем... Ну, я и так обесточил дом, но мы видим то, что там... Ладно, давайте пока что... А, свет горит еще, ладно. Так, вот, смотрите, там свет горит. Значит, там как-то не поддается наш рубильник. То есть там какой-то или другой источник света, который я просто не понимаю, или я не знаю, где он находится. Потому что, смотрите... Если присмотреться, то мы видим провода. Вот они.
Они идут туда, в тот дом. Также здесь есть огромная какая-то штука, мельница какая-то. Возможно, мельница это и есть источник света, вот на последних этажах, да. Я не знаю, что будет в релизе, раз я уже альфу не могу пройти, то в релизе, наверное, что-то будет офигенно новое. Так, ладно, смотрите-ка. Так, окей, ладно. Так, ладно. Смотрите, там есть лестница. Значит, если я пойду куда-то туда и попытаюсь там пройти. То есть, смотрите, я обесточил дом соседа, он в темноте не должен меня видеть. Но он еще видит меня. То есть, это говорит о том, что сосед вообще умный. Так, здесь вот, вот она. Вот эта дверь и вот картины. Вот под этой картиной, вот, под яблоком, есть потайная комната, где там можно найти ключ. Так что, ребят, вот я сколько думал, как туда пробраться. Я не знаю, как туда пробираются люди. Видимо, здесь есть комната, которой мне надо попасть. Но я через нее вообще попасть не могу. Вот самый прикол-то какой? То, что я не могу попасть в ту дверь. И открыть ее не могу, потому что ни консоли, ничего нету. И, в общем, я не знаю. Находится ключ к той двери. К вот той двери и клетки находится в этой картине, но попасть на эту крышу я не знаю как, ведь я просто не знаю, как это сделать. Так, мы здесь видим запертую дверь, тоже запертую дверь должна быть. Так, рубильник есть, давайте попробуем залезть сюда. Ладно, так, вот я вышел. Значит, смотрите, как мы сделаем сейчас. Тоже закрыто? Тут уже что-то новое. Где он попадет? Пришел. Так. Значит, смотрите, вот как я сделаю сейчас. Там находится дверь, которую я не могу открыть. А если я ее не могу открыть, то она, значит, что-то открывает. Ведь она находится там. И тем самым... Смотрите, наш сосед постоянно будет бегать за мной. Вот он. То есть, он постоянно теперь там сидит. То есть, он каждую игру, где мы останавливаемся, там он и остается стоять. Нет, он все еще там. Он в обесточенном доме все так и стоит там. Да, это выглядит тупо, но он в темноте. Так. Значит, смотрите, здесь мы видим дверь. Дверь открывается с той комнаты, если я не ошибаюсь. Комната находится за дверью... Сейчас скажу, какой. Ну, в общем, там есть дверь. Сейчас покажу. Смотрите, что мы видим здесь. Мы видим нашего соседа. В общем, что мы сейчас должны сделать? Мы должны как-то пробраться туда, чтобы открыть эту дверь. Хотя зачем открывать эту дверь, я так и не понял. Дверь находится на втором этаже, и мне нужно попасть на второй этаж. Твою мать. Он поставил капкан. Мать вашу, смотрите. Он идет сюда. Че, здесь тоже капкан поставил? Смотрите, он идет на меня прямо, смотрите. И обратно пошел. Он пошел обратно. Это странно, ребят. Я первый раз такого вижу соседа в этой альфа-версии. То, что я не знаю. Кстати, ссылка на скачивание третьей альфа-версии будет в описании, в общем, под видео. Так, ладно, там город, мы это пока что исследовать не будем, побежать дальше. Лейку возьму. Убегаем. То есть мы уже использовали одно место. То есть он ставит на вот эти вот места, которые уже сделаны. Первое место это здесь,
а второе место под окнами, и третье место где-то вот здесь. Капканы могут стоять. Так что, смотрите, он опять его открыл. Смотрите-ка. Да, умный человек. Все, залагал он, смотрите. Я сделал так, чтобы он залагал. И он все равно прошел. Ого! Уже кидается. Давай, 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 давай. Опа! Молодец. Ха, попал в свой капкан же. Вышел, смотрите, какой. Смотри, и смотрит на меня. Смогла, смотрите, во. Пошел куда-то. Пошел туда, за дом. Этот сосед меня удивляет с каждым днем, ребята. Честно. Я даже не знаю, как дальше тут. Что делать? Так. Есть момент, чтобы я прошел туда. Он, наверное, сейчас свет включит или что. Вот эта дверь. Так. Может, здесь какой-то есть секрет, который я не вижу. Потому что я за этой дверью. Вот, я в этой части дома, в которой сосед может. Заметили, там было какие-то такие штуки. Вы можете посмотреть даже заново. Там были какие-то лазеры. Вот я только тогда заметил. Там есть лазеры. Это лазеры, реально. Тут пока что все чисто. Продвигаясь. Иду сюда. Вот, смотрите, вот. Мы идем сюда. И вот он там. Он теперь стоит там. У меня теперь есть шанс посмотреть дом. Вообще осмотреть дом, как он вообще выглядит и вообще его строение. Строение у него какое-то непонятное. Да. Я включил рубильник. Вот он. Идет. Смотрите, куда он идет. Так, идет сюда. Дальше идет туда. С коробки. И входит в это окно. В этом окне он продвигается куда-то на второй этаж. То есть мы открыли что-то. Мы или открыли какую-то дверь, или мы что-то открыли. Но в клетку я попасть не могу. Вот самый такой вот прикол. Я не могу попасть в клетку. Вот еще раз можно посмотреть то, что там есть такая вот штука. Ладно. Смотрите, что мы видим вообще? Офигеть! Это какой нужен быть интеллект, смотрите, у просто компьютера, чтобы он знал все. Вы только посмотрите. Где он опять? Он сзади меня. Смотрите, у него такой интеллект, что он может сквозь стены видеть. Это реально что-то такое. Опять здесь? Опа! Смотрите-ка. Два раза было, видите? То есть он куда-то исчез, а потом опять он спавнился. Тварь. Тварь усатая. Да. Сложный человек, конечно. Я знаю одно место, где он не способен меня достать. Вот, видите? Он не может сюда вообще попасть. То есть он вообще не может сюда попасть.
именно на этот этаж он попасть вообще не может. Я не знаю, как он в первый раз это делал, сюда попадал. Но он сейчас вообще не может сюда забраться, если я вот здесь. Вот здесь комната, здесь видно, здесь комната какая-то. И там что-то даже есть. Так. А здесь мы видим саму вот эту вот секретку. Здесь, если я не ошибаюсь, яблоко золотое и ключ. Мы видели картину, я вам показал картину, за которой есть ключ. Только как попасть к этому ключу, я не знаю. Ведь, чтобы попасть к этому ключу, нужно открыть эту дверь. То есть как-то по-другому, как-то вот это сделано. А вот как попасть туда, за эту дверь, я просто не понимаю. Это очень странно, ребята. Это очень странно. Я не могу туда попасть. В эту комнату. Не могу. Ладно, давайте попробуем. Все. В общем, смотрите. У нас есть теперь... то есть, мы поняли то, что... у соседа есть какая-то тайна. Ну, это было и понятно. В общем, ребят, вот кола. Кто еще не видел в начале видеоролика, вот она, эта кола, я ее пью. Так, в общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Снучков, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и всем пока.